На данном стенде представлен высевающий аппарат, которым комплектуются сеялки точного высева, которые позволяют высевать семена пропашных культур. В частности, подсолнечник, клещевину, кукурузу, сою и дрожжированную свеклу. Данный аппарат не имеет аналога в России, потому что позволяет производить точный посев семян пропашных культур на скоростях до 15 км в час. Вот. Любые аналоги позволяют работать максимум до 10 км в час. Также данный аппарат гораздо проще в настройке и гораздо дешевле в производстве. То есть его производство можно наладить даже в небольших мастерских или на небольшом предприятии. Вот. Вследствие чего он гораздо более перспективный, нежели существующие аппараты для дозирования семян пропашных культур. Мы позиционируем его как недорогой, поэтому это, естественно, фермерские хозяйства небольшие, но и хозяйства достаточно крупные, да, там с площадью несколько тысяч даже может быть гектар. Потому что впоследствии данным аппаратом можно будет комплектовать и широкозахватные агрегаты, которые будут позволять производить посевы на большие площади. Мы уже на сегодняшний день сделали сеялку, сами разработали, да, наш институт разработал, которая укомплектована данными аппаратами. Только в этом году первый образец был сделан, который прошел первые полевые испытания. Поэтому, так как сеялка – это продукт сезонный, поэтому надеемся, что на следующий год будут первые продажи.